Потасовки у российского консульства. В воскресенье там произошли две драки. В результате первой задержали четверых бойцов правого сектора. Пробыв несколько часов в райотделе, активисты вернулись на Гагаринское плато, после чего задержали еще двоих. О том, как проходили выборы в российский парламент на единственном в Одессе избирательном участке, знают наши корреспонденты. Геть с Одессы, оккупанты! Не надо у нас выборы. Не надо меня забирать. Порошенко что сказал, ребят? Смотри, голосовать! Никаких выборов, блядь! Забираем. Да не забираем! Пройдем. Патрульные забираем в райотдел. За что? Россияне, живущие в Одессе, пришли в консульство, чтобы проголосовать за депутатов Государственной Думы. Здесь их ждали активисты правого сектора. Между ними встали правоохранители. Захищаючи сьогодні консульство агресора, вони провокують суспільство на більш активні і на більш радикальні дії. В итоге сам Стерненко был задержан. Руки приберіть від бійця! Руки! Доставляють. Поліція оттеснила, но далі нарушители начали нарушать общественный порядок, оказывать неповиновение, лезть в драку к сотрудникам полиции, вследствие чего нами были задержаны 4 человека. На всех задержанных составлены админпротоколы за мелкое хулиганство и неповиновение правоохранителям. Их доставили в Шевченковский отдел полиции. Спустя несколько часов активистов отпустили, и те вернулись к консульству. В итоге задержали еще двоих активистов, которых отпустили после составления протоколов.